Армысыздар, құрметті көрермендер, эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Выступление главы государства Нурсултана Назарбаева «Социальная модернизация Казахстана. 20 шагов к обществу всеобщего труда» вызывает повышенный интерес у карагандинцев. Своим мнением об идеях, изложенных президентом страны, поделился председатель Федерации профсоюзов Карагандинской области Александра Мадиярова. Мы продолжаем получать отклики государственных служащих, общественных деятелей и простых карагандинцев о программной статье президента Нурсултана Назарбаева «Социальная модернизация Казахстана. 20 шагов к обществу всеобщего труда». Сегодня свое мнение высказала председатель Федерации профсоюзов Карагандинской области Александра Мадиярова. Вы знаете, это меня очень всколыхнуло, потому что этот вопрос уже, видимо, давно назревал и всколыхнуло всех людей, наверное, потому что у многих людей свои чаяния были в этом отношении. И что здесь происходит? Прослеживается в этой статье целый, скажем, таким от начала до конца пункт такой о том, что человек должен уметь трудиться и сам понимать, что такое труд, а не быть иждивенцем просто. Потому что мы всегда считаем, наше общество сегодня находится в таком состоянии, что они считают, что где-то деньги падают с потолка. Их нужно научить зарабатывать. И вообще социальная модернизация на сегодняшний день, социальное партнерство, который есть. Он сказал, что у нас плохо работает социальное партнерство. Я согласна с ним, потому что нет ответственности и работодателя, нет, может быть, и со стороны других трипартизмов и профсоюзов, и, наверное, нет какой-то, мы иногда теряемся в этом, нет ответственности. Под председательством Абильгазы Кусаинова прошло очередное заседание Координационного совета по реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. В начале данного заседания Ким области сообщил о кадровых изменениях. По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, Габит Мухамбетов назначен первым заместителем Акима области. В данную должность входят работы по курированию вопросов экономики, финансов, строительства, транспорта и коммуникации, сказал глава региона. Очень большая практическая работа у нас центральных государственных органов здесь, у нас в области. Я думаю, те задачи, которые стоят на сегодняшний день, они будут успешными выполняться. Поздравляю, желаю успехов. В ходе заседания была рассмотрена заявка ТУО «Ригер» на субсидирование кредита в рамках поддержки бизнес-инициатив по проекту «Строительство специализированного логистического комплекса для обслуживания и хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения общей площадью более 11 тысяч квадратных метров». Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард 472 миллиона тенге, из которых 872 миллиона тенге составляют собственные средства компании, и 600 миллионов – это заемные средства, полученные через БТА-банк. По проекту будет создано дополнительно 42 рабочих места. На субсидирование кредита был заявлен проект реконструкции и частичной модернизации 5-й технологической линии по производству цемента сухим способом акционерного общества «Карцемент». По словам участников заседания, производство цемента сухим способом является инновационным. Мирамгуль Салкимбаева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Дачное общество «Ясная Поляна» борется за свой урожай. Колорадский жук атаковал местные огороды. Агрономы утверждают, что очагом размножения и распространения этой американской напасти в массиве является участок их соседки по даче, которая с вредителем бороться отказывается. А жук тем временем перебирается на ближайшие огороды, где уничтожает зеленые насаждения. Через каждые 10 дней мне приходится обрабатывать ядом свою картошку. И тем самым я травлю свой огород. Дачница с 10-летним стажем Надежда Трофимовна снова вышла на борьбу с вредителем. Колорадский жук – главный враг всех садовников и огородников. Питаются жуки зеленью помидоров, баклажанов и картофеля. Съедают все, в результате нет урожая. Вот только война с вредным насекомым никак не заканчивается. Пока остальные с вредным жуком борются, одна пожилая дачница его разводит. Каждый раз, когда всходит картошка, у нас вылезает из земли колорадский жук, потому что земля у нее уже заражена колорадским жуком. Она никогда с ней не борется. Она говорит, что это божья тварь. Первый год она нам говорила, это божья тварь, и его нельзя убивать. Потом уже, когда совсем все люди на нее ополчились, она сказала, я боюсь отравиться.
Я не могу это делать. И сейчас у нее картошка уже совсем съеденная. И все эти жуки теперь перебазируются на мою картошку. В дачном обществе «Ясная поляна» соседство с этим участком пагубно отражается на урожае картошки. На огороде пенсионерки, которая бороться с вредителем не собирается, жукам уже и есть нечего, и они перебираются на другие участки. За сутки оранжевые личинки колорадского жука могут обглодать целый рядок картофеля. А ведь раньше местным дачникам достаточно было одного опрыскивания растений по весне, чтобы полосатый жук не размножался. Некоторые не хотят это делать, то мне приходится несколько раз, буквально через каждые дни, 10 дней мне приходится опрыскивать. А это ведь тоже нарушается экология моего участка. Через каждые 10 дней мне приходится ядом травить свою картошку. Как только не разговаривали с разводчицей колорадского жука местные дачники, слушать Софья Ильницкая никого не желает. Боится грех на душу взять, уничтожив вредного насекомого. Ильницкая, на которой, очевидно, наверное, является боговерующей, потому что, говорит, травить все, это божьи твари, травить невозможно. И вот участок ее дачи находится как раз в центре нашего массива, и получается так, что все эти вредители расползаются по всем дачам. С колорадскими жуками уже полвека воюют агрономы Средней Азии и некоторых частей Европы. Никакие пестициды не помогают, насекомые быстро адаптируются. Да и лето в этом году жаркое и влажное, самое то для вредителей. Жук откладывает яйца, их количество может достигать 2 миллионов за один раз. Яйца превращаются в личинки, которые поедают листву, после чего личинки падают и уходят в землю, где, окукливаясь, превращаются снова в колорадского жука. И процесс повторяется. Сама дачница, огород которой стал очагом размножения полосатого вредителя, от претензий своих соседей отмахивается. И на вопросы нашей съемочной группы баба Соня и вовсе отвечает не совсем корректно. Вы чем травите жука? Соплями стоит. Но даже после такого заявления руки у огородников не опускаются. Они по-прежнему верят, что сражение с полосатым вредителем они все-таки выиграют. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. В Мариуполе прошел международный мемориальный турнир по боксу, в котором приняли участие 9 стран в составе 160 боксеров. 7 боксеров из Караганды удостоились наград. В городе Мариуполь, Украина, прошел 46-й мемориал памяти Макара Мазая. Это крупный международный турнир, проводится 46-й раз. В прошлом году на этом турнире первое место занял наш земляк, двукратный чемпион мира Серик Сапиев. В этом году мы выступали там командой Карагандинской области, где участвовало 9 стран. И первое место занял весовой категории 52 килограмма Канат Тургамбаев. В турнире Азат Абильдинов получил 3-е место. Занимается этим видом спорта уже 9 лет. Чемпионат Казахстана среди молодежи по боксу, победитель, призер многих международных турниров. Нам было приятно защищать честь Казахстана, честь нашей области Карагандинской. И вот спасибо нашему тренеру Гауну Каличу Кенжебаеву, который благодаря ему мы занимаем такие места достойные за границей, где выступают и олимпийцы, и будущие чемпионы. Гордо одержав победу, Канат Тургамбаев занял 1-е место. Боксом он занимается с 15 лет. В своем победе он был уверен. Говорит, что турнир проходил на высшем уровне. Турнир сам проходил на высшем уровне. Как вы оцениваете своих соперников? Соперники были очень сильными. Не скажу ни одного слабого соперника. Все были бои очень трудными. Все тренера нам подсказывали. Им очень огромное спасибо. Все указания слушали. Мы надеемся, что наши спортсмены в следующем олимпийском цикле покажут отличные результаты и попадут на Олимпийские игры, которые будут проходить в 2016 году в Бразилии. Жазира Абдраимова, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. 13 июля 2009 года в Анапском дельфинарии родились 2 дельфина – Зак и Долли. Спустя 3 года эти 2 морских млекопитающих прибыли в Караганду на гастроли. И даже в свой день рождения они не перестают радовать карагандинского зрителя.
Эти два дельфина имеют своего рода уже артистическую династию, так как их родители также выступают в шоу-представлениях. Когда-то они просто приплыли в открытые сетевые вольеры под открытым небом в Анапе, там и остались, получая артистическое образование. Теперь помимо родителей выступают и их дети. Сегодня у этих двух малышей, а 3 года по меркам дельфинов возраст детский, день рождения, и отметить они его решили выступлением для детей из детского дома. Все артисты программы вышли поздравлять этих двух очаровательных именинников, так же, как и морской лев Нава, которая показала несколько новых трюков. Конечно же, в такой знаменательный день не обошлось и без праздничного торта. Правда, был он не таким, как привыкли его видеть. Получилось в Караганде, нашим дельфинчикам исполнилось 3 годика. Вот, и мы решили отпраздновать. Празднуем каждый год их день рождения. Вот, поэтому проводим сегодня такое благотворительное представление. И дельфинчики подарили зрителям радость. Ну и, естественно, дельфинчиков все поздравили. Я думаю, они довольны. Анапский дельфинарий уже заканчивает свои гастроли. Выступления продлятся до 22 июля. Если вы не успели еще увидеть всего того, что могут показать эти животные, то вы можете пропустить много интересного. Александр Крылов, Ержан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Салбом Алздар.